житесь Русского городского округа. По лыжной базе, вы знаете, мне пришлось несколько раз выезжать по суперфизу, встречаться, проблема, но на вчерашний день сказали, что все проблемы сняты, и на следующий день мы получаем очередное положительное заключение по спортивному объекту. Вы знаете, что у нас также есть проект еще на реконструкцию стадиона США. То есть мы получаем положительное очередное заключение на проект по поводу, значит, строительства. Ну, здесь дополнить хочу, мы его очень давно ждали, именно положительное заключение экспертизы на проект, потому что средства в государственной программе на реализацию этого проекта для Серовского городского округа есть в размере 9 миллионов рублей. И это большое событие для нас, потому что действительно у нас достаточно хорошая лыжная школа в свое время была, сегодня восстанавливают славные традиции, но хорошие места занимают наши юные палеотланисты. Ребята с удовольствием принимают участие в соревнованиях и занимают там достаточно высокие места. Точно так же наши лыжники радуют своими успехами на соревнованиях не только областного уровня, но и уровня Уральского федерального округа. Воспитанники нашей детско-юношеской спортивной школы приглашаются для обучения в школах Олимпийского резерва. И естественно, что если будет соответствующая база, то есть можно будет говорить о том, чтобы отделение здесь начало работать полноценно. Это даст возможность ребятам комфортно проживать дома, учиться в своих привычных школах и достаточно серьезно тренироваться. Поэтому здесь, думаю, что первый этап мы постараемся начать реализовывать. Самое главное, что нас на сегодняшний день, конечно, беспокоит, это вот отсутствие комфортных условий для хранения инвентаря, раздевалок и возможности элементарных удобств, то есть вода.